Итак, здорово всем. Сегодня у нас 2 сентября, вечер. Но, несмотря на это, я все-таки решил записать данное видео, сколько выработала моя система за, получается, 8 месяцев, да, начало 9-го. Как-то вот так вот. Сегодня мы посмотрим, сколько выдала система по всем моим направлениям, так скажем, которые сейчас есть. И по всей той мощности солнечных панелей, которые у меня установлены, вон туда еще там, ну много чего у меня установлено. Короче, сегодня мы с вами это все посмотрим. И на реальном примере просто, как бы, многие из вас смогут понять примерно, да, какая у меня система. Вот тут соточки добавились, видите, да, там на крыше, вот там это еще торчат. Ну, у меня достаточно много их по всему двору. В общем, сейчас я заберусь на крышу, мы посмотрим, сколько выдал грид. Самое интересное, что надо будет мне залезть, еще посмотреть, сколько было накручено на нем, чтобы отнять накрученное от того, что у меня сейчас получилось накрутить при помощи солнечных панелей. А то, что было накручено с завода, это уже как бы не мое, и мне это для статистики моей не нужно. Эти данные я снимаю для себя в первую очередь, а вы уже как невольные свидетели будете просто наблюдать на моем опыте, сколько же я смог выжать из своей системы за это, ну, так скажем, вроде бы и не длинный промежуток времени, но, блин, если учесть то, что я не совсем недавно смог только нарастить себе мощность электростанции именно так, как задумано было в самом начале моей, так скажем, системы, когда я начал строить, именно перестраивать самоделок, да, то есть прошло уже достаточно много времени, и именно сейчас только она заработала в полную силу. Толком она, можно сказать, заработала, проработала только месяц. Поэтому очень интересно относительно тех данных, которые я снимал до этого, посмотреть, что же получил я сейчас. В общем, сейчас я полез. Мы первое снимаем с гридов, потом снимаем со второго грида, да. Сначала мы снимаем мощность, показания с мощного грида, вообще будет он работать или нет. Видите, два дня, я не просто так еще снимаю 2 сентября. Я хотел вчера снять, но из-за трансляции уже было поздно, пока я в себя пришел, уже ночь была. И у нас было тоже, моросил дождь, вот эти тучи, вот просто я так, в подтверждение своих слов, вот видите, да, вот у нас дождь идет, как бы. И вчера была та же самая погода, поэтому вы не сильно потеряли, потому что прибавка мощности была, ну, может, за день 100 ватт. Так что как-то вот так. В общем, поехали смотреть. Первое, грид на 3 киловатта, второе, грид на 200 ватт, и потом моя основная система. Дальше я делаю расчеты, исходя из тех данных, которые я уже отснял в прошлых видеороликах. Соответственно, вы можете сами все перепроверить, ну и можете уже наглядно увидеть, сколько же выдает моя система. Но пока что я еще замалчиваю тот факт, с какой она у меня мощности. Я всем говорю неопределенно, не просто так, потому что, может, в ближайшее время я все-таки успею, может быть, смогу ее дорастить именно до того, как я хочу. Потому что у меня есть, нашлась еще одна возможность. Плюс у меня вот установлена прям пресс самоделок. Если кто-то думает, что тут одна-две, нет. Там их много до забора. Ну и плюс у меня еще наверху есть. Там еще возле стеночки надо тоже их поставить, 90-го года. То есть я их снял, я уже об этом тоже говорил. Поехали смотреть. А вот тут у нас ждет как раз то, чего я и боялся. Видите, мощность 0. Вроде бы вечер 0. Придется эти данные мне завтра дозаписывать с утречка. Надеюсь, получится. Ну, там не сильно большой разбег. Но все равно интересно посмотреть это все дело. Так, ну и давайте поехали дальше. Так, 19.25, 2 сентября. Ну, так, на всякий случай. Что у нас тут получается? Сейчас вылетает 0, но вы сами видели погода. Отработало 2742 часа напряжение в сети. Так, и накрутило 101 киловатт. Достаточно неплохо. Поехали выше. Моя система основная, инвертор. Нагрузка у меня, как всегда, я как бы не вру, и мало ли что там кто подумает, у меня такая нагрузка идет постоянная. Но она
порой колеблется до 2,3 киловатта и может опускаться до 1,7. Ну вот средняя 2 киловатта. Сейчас свет выключишь, будет меньше или больше. Что-то включишь, будет больше или меньше, опять-таки, что выключишь, включишь. Ну, неважно. Вот, смотрите, 2 киловатта, постоянка. Аккумуляторы прошли полное ТО. Видите, водичка залита, пробочки вот под максимум. А, была у меня такая ситуация, на лайв-канале выкладывал. Ну, короче, полка у меня сломалась. Пришлось все пересмотреть. Нижний ряд из-за того, что там у меня, получается, нестеровский аккумулятор 450 ампер-часов стоит, а все остальные 375. Вот, все пересмотрел, все переподключил, этот сдвинул, те очистил, пластины очистил. Кстати, многие пластины съела. Пластины, видите, уже стоят вроде около недели. Все залито, все промыто. Короче, проблем пока нету. Очищать их все равно надо. Окислы, это вещь такая. Ладно, поехали дальше. Нагрузочка у меня постоянная. Так, напряжение на аккумуляторе 24,7. А, так, сколько у меня накрутило? Накрутило полностью с солнечными и со всеми вытекающими. Вот плюс грид этот, соответственно. Накрутило 7068 киловатт. Это не... Вот тут вот точечку внимательно смотрите, где... Прошло только через вот эту систему, вот именно вот это вот, плюс вот это. Не тот грид, не тот, которого я потом данные вам либо дал уже, да, либо попозже они будут. А только вот это, плюс вот это. Так, что смотрим внимательно. 7068 киловатт, 88-89 ватт. Дальше ниже, 6520 8 киловатт, .11. Это у меня взято из госсети. Соответственно, 7068-89 минус 6528. Это получается то, сколько у меня сэкономлено за 8 месяцев. За 9 месяцев, наверное, уже. За 9 месяцев электроэнергии. Вот как-то вот так. Вполне неплохо. Все остальные расчеты будут по ссылочкам либо вот здесь вот в уголке, либо ссылка под видео на мой же сайт, где, соответственно, эти расчеты будут более красиво в циферках. Кому интересно, заходите, смотрите. Система моя n-ное количество киловатт, то есть не ватт, а киловатт. И кому интересно, опять-таки, в будущем, как она будет вся доделываться, полностью все это объясню, расскажу, покажу еще раз. Итак, сегодня 4 сентября, и дозаписываю ролик. Снято 478 киловатт. Соответственно, все данные есть. То есть это... Та мощность, которая ушла и погасилась в моей системе с момента установки вот этого грида. И, в принципе, я вполне доволен. Это именно, которая поглотилась в моем доме. Не останавливалась, а просто поглотилась нагрузками. Причем не за полгода, не за 8 месяцев, а за очень маленький достаточно промежуток. Видите, 620 ватт вливается. Погодка к вечеру сейчас где-то 5 часов. Солнце уже вот оттуда падает на панели. До этого 2 дня был дождь. Вчера тоже не стал даже залазить, потому что весь день был дождь и очень пасмурно. Сегодня уже вроде как бы развеялись тучки. Вот они ушли вон туда. И вроде бы на завтра должна быть хорошая погода, но там вот за деревьями опять идут облака. То есть, может быть, завтра погодка не такой радостная быть. В принципе, я весьма доволен. Это подключено всего лишь неполное количество солнечных панелей. То есть в перспективе будет доставляться. То есть минимум где-то около
500 ватт в сторону грида. Ну, это в минимум, то есть, или среднее количество, кому как удобнее. То есть я, в принципе, плюс для себя выловил, то есть счета уменьшились. Сейчас надо другим заниматься маленько. Ну, а на этом я прощаюсь с вами. Всем удачи, всем чистого неба, хорошего ветра, всем пока.